На повестке 38-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа было всего два вопроса. Первый касался избрания главы муниципалитета. По результатам работы конкурсной комиссии, возглавляемой председателем Совета ветеранов Московской области Виктором Пикулем, депутатам было предложено рассмотреть на должность главы четыре кандидатуры. Кандидатами, прошедшие конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской области, определены Спасский Алексей Петрович, Рассказов Михаил Викторович, Буров Вадим Сергеевич, Глотов Владимир Евгеньевич. Коллеги, информация о кандидатах, которые прошли конкурсный отбор, направлена была в ваш адрес электронной почты. После обсуждения путем открытого голосования депутаты большинством голосов выбрали главой Ленинского городского округа Алексея Спасского, который с 8 октября нынешнего года исполнял полномочия главы округа, а ранее с января 2020 по март 2021 года руководил нашим муниципалитетом. Избранный глава поблагодарил Совет депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями все важные инициативы и значимые для муниципалитета и его жителей проекты будут реализованы. Затем народные избранники обсудили предложение внести изменения в бюджет Ленинского городского округа на текущий 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов. Предлагается увеличить параметры по доходам в 2021 году на 1,38 тысяч рублей, по расходам на 3,583,63 тысяч рублей. В 2022 году параметры по доходам и расходам увеличить на сумму 401,37,35 тысяч рублей. Часть сэкономленных в течение этого года денежных средств будет направлена на то, чтобы войти в ряд областных программ софинансирования, а также сделать Ленинский городской округ красивее и удобнее для жителей. На новогоднее оформление Ленинского городского округа были выделены средства на то, чтобы красиво оформить нашу территорию. И средства были выделены, впервые, да, то есть у нас на территории вот будет такой общедоступный каток, который будет существовать до марта месяца, то есть он будет организован рядом с 10-й школой. Изменение бюджета Ленинского городского округа также было поддержано большинством народных избранников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.